Таджикистане свыше 1700 медицинских работников заразились коронавирусом с начала вспышки заболевания в стране, что составляет более трети от общего числа подтвержденных случаев COVID-19, сообщается в отчете команды Организации Объединенных Наций, опубликованном в среду, 10 июня 2020 года. Среди зараженных медработников 619 врачей и 548 медсестер. Отмечается, что основной причиной инфицирования является отсутствие средств индивидуальной защиты, особенно в первые дни распространения заболевания. Власти Таджикистана сообщили о первых случаях заражения новым коронавирусом в стране 30 апреля, но в независимых сообщениях говорится, что вирус распространился в стране еще в марте. В новом отчете проанализирована ситуация с коронавирусом в Таджикистане по состоянию до 8 июня. Согласно отчету, Таджикистан находится на шестой неделе распространения заболевания, и число случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 11%, а около 60% больных выздоровели. Между тем, министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамалетдин Абдулазада ранее заявил, что в середине мая Таджикистан преодолел пик заболевания, и с тех пор случаи инфицирования коронавирусом уменьшаются. В отчете Организации Объединенных Наций говорится, что в настоящее время из-за распространения COVID-19 в Таджикистане закрыты вещевые рынки, торговые центры, рестораны. Мэрия Душанбе недавно объявила, что данные объекты возобновят свою работу с 15 июня 2020 года на условиях соблюдения санитарных правил. По официальным данным, в Таджикистане по состоянию на 11 июня свыше 4800 инфицированных COVID-19, 49 человек скончались. Но многие уверены, что статистика искажает реальную ситуацию с коронавирусом. Сообщает Радио Азади. Дорогие друзья, пожалуйста, поддерживайте наш канал лайками и комментариями. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и будьте всегда в курсе последних событий в Таджикистане и мире.